знали, что будут определенные два лидера. Высокий и хороший игрок центровой. И задача была сдержать команду и победить. Ощущалась ответственность. Было важно, как я сыграю, но было не менее важно, как сыграют другие члены команды. Все равно мы выиграли за счет командной игры. Мусон — это для меня даже не команда, это как вторая семья, потому что здесь очень сплоченный коллектив, мы все друг к другу хорошо относимся, вот вместе готовимся на тренировках, поддерживаем друг друга, у нас отличное взаимопонимание. Я считаю, что все еще впереди. Были в какой-то степени сложные для нас. Надо было находить разные варианты нападения, защиты. Где-то, конечно, у нас были провалы, но мы их старались исправить. Нам тренер подсказывал наши ошибки. Знаете, еще главное – это стабильность, признак мастерства. Главное – делать то, что получается, и все получится еще раз. Если закрыли, искать новые пути, новые проходы, новые скидки, новые передачи. Для меня это большой опыт поиграть с разными командами. Все команды сильные, нет слабых команд. Даже если что-то не получается, нужно улыбаться и идти дальше. Всегда сложнее и сложнее с каждым годом подтверждать свое лидерство.